Всем доброе утро. Сегодня 8 марта, Международный женский день. Всем хочу пожелать, чтобы был мир у нас на всей планете и все были живы и здоровы. Это мое огромное желание. Думаю, миллионов и миллиардов всех людей тоже здравомыслящих. Вот. Вот такое есть большое-большое пожелание. Утром сегодня в Мелитополе был какой-то взрыв в северной части. Не знаю, что это было. Если кто знает, напишите, все ли там в порядке. Вроде бы есть мобильный интернет и телефон. Ну, по крайней мере, с утра был. Сейчас время у нас 8:05 утра. Ну вот, в городе ситуация остается прежняя. Очень много вопросов, но нет на них ответов. Очень много вопросов. Если кто знает, какую ситуацию у вас в городах, можете написать.